Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в финалочку на сервере на реплей Центральный Округ. Мы не здесь Кирилл Путбулови, и сегодня у нас будет тюнинг газели, пацаны, наша газелька, малышка, короче. Так, пишем баллон. Я еще в предыдущей серии хотел прикрасить, короче, 56-1. Так, давай, пошла жара. Надо ее, короче, перекрасить, мне вот цвет этот не очень как-то... О, вот это я понимаю, пушка, все, можно ехать. Оно настоковое, я еще даже не припарковал домой, чтобы понимали. Так. Можно тебе открыть, спасибо. Все, открыли газель, короче. Так, заводим двигатель. И валим просто. Настоковое полностью. Мы, короче, сейчас, пацаны, вложим 1 миллион просто в тюнинг газели, пацаны. 1 миллион. В тюнинг газели. 1 миллион. Понимаете? Настолько это масштабно просто. В газель вложить 1 миллион. Я думаю, это круто будет. Поэтому погнали сейчас в тюнинг. Посмотрим, сколько она будет ехать. Так, она сейчас едет сколько? Давайте проверим. Какая у нее сейчас максимальная скорость. Просто максимальная. И максимальная скорость у нее 140, 150. Короче, 150, да, она едет. 150 километров едет газель. Я охуею, если мы сейчас протюним, она будет 200 ехать. Это будет сильно, реально. Ну ладно, сейчас это все проверим. В принципе, сейчас заедем для тюнинга и будем влаживать в нее бабосы. Блин, жалко, нитро нету, так бы можно было устроить дрифт на газели. Я думаю, это было бы мощно, конечно. Так, дядя, тормозим. Ебать, тут вообще опасно, ребята. Поприезжали на своих тачках все. Так, все на грузовых машинах ездят, да? Так, черепаха. Все, одну черепаху продал, потому что у меня была одна черепаха. Все, теперь можно ехать тюнить нашу малышку. Просто ее тюнить. Так, лок. Заводим. Сейчас у нас будет самая быстрая газель на районе просто. Я еще даже не парковал, поэтому надо будет забыть ее, не забыть ее припарковать, короче. Да. Вот, такая камера нормальная. Все, едем в тюнинг, пацаны. Бля, знаете, что я заметил? Что газель оказывается переднеприводная. Смотрите. Я зажимаю, задние колеса не крутятся. Газель переднеприводная. Блядь, газель переднеприводная. Блядь, на жизнь она заднеприводная. Ёптво налево. Я думаю, чё, сука, боком не валит? Она ж переднеприводная. Ёптвою налево, блядь. Впарили мне, сука, бракованную газель. Да. Все, поехали, короче, в тюнинг. Пиздец, ну реально обидно, что она не заднеприводная. Можно было, может, на ней боком повалить как-то. На газели боком валить. Это, конечно, сильно. Но почему бы и нет, блин. О, зато ей кочки вообще попиздить. Просто ей похуй на кочки. На любые. Блять, ёптво налево по встречке, сука. Вот дегенерат, блин. Ладно, поехали. Так, заезжаем сюда, короче. И тюним нашу малышку. Просто тюним нашу тачку. Так. Тормоза мы ставить не будем. Нахуй не нужны тормоза, блядь. Так, ставим, короче, чип-тюнинг уровень. Так, да. Окей, трансмиссию тоже ставим. Так. Ёбаный в рот. Это бабос уходит. 290 тысяч. Ух ты, ёб, пошла жара, блядь. 90 тысяч. Так. Еще 60 тысяч. И сцепление. 190 тысяч сцепления стоит. Пиздец. Я, кстати, думал, что 600 тысяч останется. Мы ровно вложились в лям, понимаете? Ровно в лям. Тормоза. Сколько тормоза стоит? 80 тысяч стоит тормоза, бля. Ну, если делать фуловую тачку, то нахуя, в принципе, не нужны, блядь. 80 тысяч только тратить. Натуре, ёпту налево. Так. Она съехала на 150. Сейчас посмотрим, сколько она будет ехать вообще. Так, мы что-то отсюда поставим, типа. Хотя, блядь, тут цены... Блядь, ёбаный передний привод, сука. Давай, ёпта. Нам нужен полный привод. Назад заезжаем. О. Заехала, как тут и стояла, пацаны. Так. Стробоскоп, автолок. Бля, не, эту хуйню я ставить не буду, потому что, бля, я уверен, что я ее через... Две серии где-то продам.
Чисто мы на ней покатаемся, вот, сейчас. Вот, я ее купил, серия, я ее протюнил, мы там на охоту съездим, может, еще что-то, и все, я ее продам потом. Я вот, мне в голову пришло, что я реально хочу купить кое-что необычное. То, что вы, я уже вам показывал и спрашивал вас, купить это или нет. Поэтому буду копить бабосы, короче, 500 тысяч у нас осталось. Я уверен, что я не продам ее, блядь, за, даже за 500 тысяч, несмотря на то, что она фуловая. Ну, похуй, пусть будет пока что. Там уже посмотрим. Так, давайте посмотрим, сколько она варит вообще. Так, выключаем все просто и пошла. Так. Так, разгон уже пободрее, пободрее. Так, пошла. Так, 170, 180, 100, ух ты, ёпт. Что-то внутри почти 190 подъедет. Бля, неплохо, я вам скажу, неплохо. Почти 190 едет. Почти 200, блядь. Неплохой такой прирост по скорости, я вам скажу. Так, и полетики у нас такие охуенные. Все, заебись. Реально, газель просто топчик, пацаны. Газель one love. Так, а ну бочком попробуем. Ай, сука, передний привод галимый. Не, нихера, бочком она едет, конечно, но ускоряется уже намного быстрее. Мы будем охотиться на этой машине на Слендера. Реально, просто будем охотиться на Слендера. Мне кажется, это будет эпично, блядь. Хотя нас она просто заглохнет. А на газели можно по полям ездить? Это же все-таки газель, ёпта. Напишите в комментариях, можно на газели по полям ездить или нельзя? О, арабскую езду можно исполнять, пацаны. Опачки. Опа, опа. Так, давай. Раскачиваем ее. И на два колеса. Вот это я понимаю. Арабская езда просто. Бабах. Бабах, нахуй. Бля, это было, кстати, близко. Мне кажется, пацан обосрался там, блядь, не по-детски. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.